Тогда вы мне, Господи, помилуй меня. Вячеслава согрешил, Господи, прости меня грешный, помилуй. Освети дары, посылаемые Твоей щедрой рукою. Не проди нищих сиротов одиноких, пошли им все потребное. И нас научи быть милостивыми к тем, кто нуждается в нашей помощи. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, платочки показать. Платочки, чтобы всегда были. Вот, сверни его и положи в карман. Что нету? Так, это уже второй день. Где платочек у них? Не надо спрашивать. Все, бегите к тополям. Давай. Беги с ней вместе, ты отвечаешь старше. Ты должен 10 раз проверить. Бегите туда. Придете с тополевым листочком. Бегом, а то останетесь без завтрака. Вчера вы гости были, сегодня вы уже хозяева. Так. Вон он туда. Тимофей, туда пойдем. Помогайте нести, горячий суп, туда все. Уходим, потому что здесь комары. Я лопату возьму, может... Берите кружки. Ксения, кружки бери. Вон тут, правую штуку. А это, брат, а тебе надо суп взять. Вот горячий. Детям нельзя так сказать. Горячий, аккуратнее только. Говори, что с собой брать. К себе не прижимайте эти кастрюли, они сажены. Вот и пошли. Там ветерок будет, и комарик отлетает. А свежим воздухом это очень полезно. А почему ты это не в сапогах выжимаешь? А команды-то не было, просят, и что? Нестор, сбегай там на заборе, две палатки висят. На заборе две палатки висят. Расстилать. Увидишь. Чисто. Молодцы, ребята. Вот так надо делать. А сейчас вам постелят здесь эти палатки, на палатке сядете. Тут подавать будут дежурные. Дежурные тут могут быть двое. Вот так. Так, Виталий, бегом только, бегом. Туда скорее нести. Видите как? Вот мы смотрим на плоды свои. Вот это вот когда-то здесь были большие сараи, как сказать, фермы. Но деревня-то разломалась, и поэтому тут все это в кучу сгребли. На этой куче ничего не растет. А мы из нее сделали, видишь, ветер отдувает, комары и кусают, мошек нету. Тут еще надо будет вот эти кусты потом убрать рядом с крапивой, выкорчивать ее. Упала, подними, просит. Потому что где большая... Так, платочки в карман положите. В карман, хорошо спрячь. Не так делай, дай-ка сюда. Вот так его сворачивай, платочек. Ровненько сверни его, вот. Вот так вот, чтобы хорошенький был. Положи дальше. Дальше, чтобы он не выпал. Какой у тебя карман? А он не может не выпасть. На два пальца все, вот сатана как сделал. У всех, главное, разрезанные. Она не может не потерять. Это не карманы, это над нами масоны издеваются. Надо вот так, карман вот здесь вот, вот так, чтобы был. Вот. А это зашить, чтобы вот так был карман. Карман сверху, у кого показать тут? У тебя как? А где у тебя карман? Нету? Нету. Все, вытащи оттуда. Вот за платье заткнул и все. Платочек в кармане должен быть. Так он называется, носовой платочек. Вот. Вот правильно. Вот смотри. Вот она внутри. И от оттуда не выпадет уже никак. А это вот где? Значит, тетя Надя, подойдите, чтобы переделали. Где сбоку? У тебя где карман? Сатана всех обокрал. И главное, родители с этим позором соглашаются, чтобы дети приучались к тому. Кармана нет, деньги выпадывают. Как это карман? Вот. Ну ведро, давайте, ведро сделаем, ведро глубокое. Ну возьми кружку сюда. Дай сюда, принеси кружку. Ты сейчас тащишь по полу фартук-то, наступаешь на это щухче. Ну смотрите, как чтобы вода не проливалась, куда наливают? Сверху. Ну давайте вот так вот сейчас разрежем ее и наливать будем, что будет. Ну карман-то у тебя сбоку. Ты посмотри вон какие карманы. Он не маленький, надо глубже делать. Карман это сверху. Сверху. Ровненький.
Вот у меня если карман этот есть, вот смотри, рука сколько идет. Вот. Вот он где карман, вот каких пор. Что? Платочек он никуда не денется, свернутый лежит. Постирать теперь уже давно не было. Ходить. Расстилать. 10 минут еще каша. И вчера сказал, лежат вот эти, надо убрать. Ни один не шевельнулся. Виталий там вот трын трава, Никита тоже. И они мокрые, а сейчас бы были сухие. Я увидел, на тележке лежат. А что на тележке лежат? А тебе какая? Он не твое. Она мокрая, сгнила, вот они мое. И квартирант. А квартирант кто? Дьявол. Вот научил наркотики, человек подавился, его нет, он в другого залез. А Бог бережет, вы храм Бога живого. Все, растяскивай. Теперь там детям дай. Надо еще где-то посмотреть. Так, другую палатку сделайте так. Теперь видела, как делают? Расстели ее. Ну, может, вот здесь вот ногой не ходить. Так, только присесть. Ну, возьми другую. Что бросила-то? Брат, давай я еще. Ну, сделай вдвое. Поснимай пока. Ты сейчас улемаешь ее. Ну, вот я, видишь, я согнул вдвое. И ты согни вдвое. Никак не сойдет, не сойдется. Ну что ты делаешь? Ну сойди там в той стороне. Она не может, вот уже все. Я, подожди, я согнул. Ей согнуть с той же стороны уже не может. Все, глаза в разбежку. Ну все, вот она сделала. Я сюда сгибаю, она в ту сторону. Что-то нормально. Тут ни грамоты, ничего не надо. Это родители сделали такими детей своих. Ничего не дозволяют делать. Так, заново сделайте. Быстренько, иди сворачивай. Уснула. Так, не трожь. Дай девчонкам развернуться. А то для себя делают. Свернуть палатку не могут. Ну, невеста, ты пеленки-то будешь как? Наворачивать в дугу, наверное. Жгут заворачивать. Вот, протяни теперь. Несите, кладите сюда. То подожди. Она опять не получилась у нее. Вообще. Ну, посередке-то сделай, чтобы тоже ровно было. Ты видишь, где они? То есть это безразличие. Не мое, вы привыкли жить на подачке, поэтому такое состояние. Так, заверни маленько. Заверни. То есть не твое, и вы его не цените. Теперь здесь вам не сесть. Не пройти, это очень... Здесь надо будет травой потом застелить, по траве, чтобы... Как сядешь сюда пойти, она грязная будет. Или разуваться. А разуваться тут не будешь. С той стороны положите. Пойдите потихоньку, на стол, чтобы не попало. Вот там девочек. Девочек он. Это им пока вытри, вот быстренько, ага. Тряпка, вот это, все столы. Ну, заново опять сложите, опять сверните ее. Сметай в одну сторону, сметай. Ну, не вози... так делай-то. Смотри, вот так, да, как да. Ты да. Делаешь. Вот встал, вот так вот. И стоит, ты вот так вот. Вот, убрал ее, дальше, вот оно. Все ушло, гляди. А ты вот грязь, ты вот на одном месте крутишь. Зачем ты ее крутишь-то здесь-то? Ну, это тут ни ума, ничего не надо, это теленок сделает. А это не знает, вот все чисто. Вот, подойди и покажи. И вот возьмет и на одном месте стой, крутит. Подойди к ней, Игнатий. Тихо, Игнатий. Игнатий Иванович, вот. Все, за стол разрешается. Платочек, чтобы всегда был в кармане. Карманы перешить. У ней тоже сбок прорванный, посмотри. Карманов-то нету. Обман один. Так, расстилайте вот здесь. Близко так, чтобы коленочками стать можно было. На полотку ногами не становиться. Все, раздавайте. Дальше. Так. Надо еще, нет? Вчера сказал, говорю, с тележки не убрали. Промочило, да, все. Да, не убрали. То есть никак. Готовые, палатки достатые, там, ну, все как надо. Так, возьми, расшири дальше тряпочку. Главное спихнуть, чтобы нормально было. Ну что, наливайте. Дежурный кто? Я. Давай, иди туда. Вдвоем дежурьте, иди, разноси. Потом отдельно поедите, дежурным не обидно. Так, все, садитесь, ждите. На дежурном отдайте. Вот там комаров намного больше. А здесь ветерок обдувает, комаров почти нету. Вот это вот вокруг крапива, убрать ее надо, выкорчевать. Или выкосить. Потому что большая трава, а тут скрывается насекомое. Теперь надо будет вам то, Никита, подготовить, чтобы там внутри нигде не было крапивы. Ставь. Первым делом старшим, потом самым маленьким. Вот правильно. Шапочку снимаю. Давай, бери чашку. Бери, бери, возьми у него из рук-то. Так она на помощь и не приучен спешить. Так. Вика, рассаживайся, сестер своих рядом с собой. Непонятно, это дальше-то.
Ложек нету. Все. Все, теперь вот стоят куча, и ни один даже не посмотрит, есть ложки, нету. То есть кто-то мне сделает. Это жизнь городских людей. Посмотри, там у нас кресло, кажется, на кресте птица сидит. Так, нет? Да. А ну-ка приблизь, покажи. Вот нет, и все. Ну возьми, ты-то стоишь-то рядом. Ты видишь, ему ребенку трудно подниматься. Расставляй, помогай. Бери на бугор, поднимай сам. Большие чашки, чтобы были. Ешь всегда сыто. Давай, наливай. Разноси. Ребенку трудно тут подниматься. Да. Сначала мальчики. Девочки потом. Сейчас девочкам давайте. Все, пошел лить. Вот ему уже меньше давать, он на пол льет. По ложке разложи быстренько. Давай. Так, хлеба несите. Хлеб нужно было сразу. У кого дорож там нету? Чтобы я эту ложку не видал даже. Вот моя ложка. Там вот где Кирилл, поставь. Так. Чашки подойди. Хлеба. Пусть совсем немного. Я не подвижник, не монах аскет. Чего этот стол наклоненный так? Надо узнать, почему. Вывернутый. Значит, это больше или меньше, на большую сторону положить надо было. Хлеба. Три раза сказал, даже нет нигде, ни один. На чашке не спадется. Горячая, потихоньку. Ну тащи сюда. Ну сейчас по одному куску бегаешь. Верни назад. Возьми. Ну что ты чешешься-то? Ну возьми да разнеси быстро-то. Ну не ребенку же делать-то. Ну посмотри. Так, отдай ему. Пали. Отдай ему-то. На, раскладывай. Ребенок. До 40 лет все еще ребенок. Накладывай каждому. Наполни, не роняйте. Вот стоит все время, еще бы не делал, руки сложил, смотрит. Что, телевизор, компьютер. Я не участвую ни в чем. Я только смотрю, там люди бегают, стреляют, давай. А мне никогда ничего не доспеется. Давай. Тебе в первую очередь эта шишка прилетит. Там, кого еще нет первого? Я сел, у меня свое. Не знаю, как повернуть. Слушай, у тебя есть первое? Нет. Так, ну давайте, ешьте с молитвой. Так, вначале так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Во славу Божию, ешьте до сыта. Разносите им. Кто там? Сижу, место. Ты где с ложками пропадаешь? Ложи ты эти ложки, если тебе раздолбишься. Вот, слушай, в этом году первый раз мы наверх. Комарики так летают. На кусочек, на тарелку не склоняться. Еще одну, да? А ветра нету, комарики подлетают маленько. Семь. Семь? Второе сейчас нанести. Давай схожу. Сходи. Все, слава чисто. Прикладки тут остались, да? На хлеб еще. Нет, нет, они там. Там прикладки. Все, брат Виталий, садись. Ешьте. Слава Христу.